Ух, ну и дымяра. Так, ребята, это еще не фокус. Ребята, всем привет! Сегодня ко мне пришла посылка для настоящих фокусников. С помощью нее вы сможете удивить своих друзей и знакомых. Этот фокус называется «Дым из пальцев». Давайте вскроем ее. Киа! Так-так-так... Так, тут лежит кусочек какой-то коричневой бумаги и инструкция на китайском языке. Чувствую, разобраться с ним будет нелегко. Короче, я пошел учить иероглифы. Фух, итак, мне пришлось поучиться целых 5 лет в Шаолинском институте, чтобы прочитать вот эту вот инструкцию. И теперь я наконец-то могу сделать фокус. Итак, для фокуса нам понадобится монетка, либо другой металлический предмет, и спички. Мы кладем монетку, отрезаем кусок этой бумажки, у меня уже подготовленный, и мы должны ее поджечь на этой монетке, чтобы она сгорела. Ух, ну и дымяра. Так, ребята, это еще не фокус. Это не тот дым, который нам нужен. Так, теперь мы убираем эту бумажку. И видим, под ней остается пятно. Такое, как будто бы тут прилетала птичка и оставила свою какашку. Вот мы и подготовились к фокусу. Теперь как делается фокус? Теперь вот это вот коричневое пятно мы должны намазать себе на пальцы. Теперь, если мы будем растирать пальцы, то из них пойдет дым. Давайте еще. Ну, я думаю, хорошо видно. В общем, ссылка на этот фокус будет под видео, так что переходите по ссылке, покупайте себе эту бумагу и разыгрывайте своих друзей. Покедова!